Я не верю своим глазам! 3-0! Бахну прям под вратаря. Блин, перекладина! Вы все закрыты. Ой, какой голясо! Всем приветушки, ребята, вы находитесь на канале FIFA by Girl, и мы продолжаем карьерку за Манчестер Юнайтед. Это 10-й эпизод 1-го сезона. Полетели! Так, я хочу сразу приступить к молодежке, к задачам. Смотрите, во-первых, вот этот парень Джейсон Пайк неплох, но вот этот Роланд, у него хороший потенциал. Если мы его возьмем, мы какую-то задачу закроем. Я хочу сразу закрыть, чтобы не париться. Во-первых, вот, подпишите двух игроков, мы сделали защитников. А, это в молодежку. Это неправильный перевод. В молодежку был защитник, мы никого не брали, да, всех кикали. А теперь подпишите не менее 3 игроков моложе 20 лет. С потенциалом выше. Ну, короче, все это стандартные темы, мы должны взять вот этого чувака. Вот здесь сухих матчей в Лиге 12, но, видите, все очень печально. Подпишите молодых игроков 2. Я так понимаю, что вряд ли это будет вот этот парень. Скорее всего, это будет... это был Деклан Райс, он же молодой. 23, но молодой. Значит, надо кого-то подписывать из трансфера, чтобы они от меня отстали. Давайте Тео Роланда мы сейчас в основной состав и либо продадим, либо в аренду. О, смотри, 89 рейтинг. Отличная работа с молодежкой. Пригласите в команду будущую звезду, и вы ее добились. Боже мой. Вот, все, здесь мы все позиции закрыли. Вот здесь... А по-прежнему, видите, один из двух. Значит, нам надо обязательно кого-то приобрести, чтобы они от меня отстали. Мяч я, кстати, поменяла. Я поставила найковский такой, голубенький с белым. Это очень симпатичный мячик. Надеюсь, он нам принесет удачу. Кстати, я читала, что... Ну, не в комментариях, а вообще, что... Да, реально, когда у тебя свой клуб, а точнее, клуб, который ты не создал, а который реально существует... Новоприбывший из молодежки, это баг FIFA, естественно. Смотрите, без номера, без фамилии на майке. Ну, я не могу сейчас прокрутить, вам показать сзади. Это пипец. 2 года у него контракт, в аренду давай. Тео Роланд, к сожалению, никакие надежды он не подает, ну ладно. В общем, это был баг, помните в том году в FIFA, когда 2 тренера одинаково встречались, с одинаковым лицом? Какой-то... А, они были в майках своей команды. Ну, бред. Ну, кого мы можем приобрести? Он не прям чтобы молодой. Баду, видите, я его не могу приобрести, но он хорош. Ну, Кунку, 24 года, я не знаю, он будет считаться как супер молодым. Собослай, вот этот парень мне нужен, ребят. Блин, я не знаю, Собослай или Нкунку. Ну, Нкунку такой парень, по мобильнее, у него все зелененькое, а здесь, видите, какой-то странненький он. Ладно, Силва, 26. Вот этот Фабио Силва, давайте попробуем его, мне писали про него. Что он может подойти. Ну, блин, у него, смотрите, какой разгон. Ну, что это такое? Ё-моё. Это что вообще такое? Кайседо. А, вот этого Амабабиделе. Давай вот его подпишем. Может быть, если нет, в аренду отдадим. 2600. Я пока не буду топов покупать. В следующем сезоне я хочу Нкунку, либо Собослай, наверное, Нкунку. И Баду у меня в планах. Вместо Марсиаля. Ну, Норвич. Норвич, я даже попробую сэкономить. 2500 за Омобамиделе. 2600 и при перепродаже. Никаких. 2600 просто. Все, договорились. Договорились, и сколько у него ЗП? 6400. Ясное дело, что этот парень вряд ли будет у нас феерить, но если у нас будет Витя Линдолёв на замену, чего бы нет. Так, ну это, конечно, нерегулярный. Блин, ну это хороший скачок из Норвича в МЮ. Я считаю, великолепный. На 5 лет. Он должен попасть в ту историю, которую нам, с которой нас требует с нас. Типа, молодого подписать. Так, ну 6400, давай. 7 я тебе предложу. Я не знаю, согласишься ты или нет. А, ну и до свидания. До свидания, провожать не надо.
с 6400 захотел человека на 7. Блин, какой же ты... Омо бамиделе, какого фига? А сколько ты хотел? Ладно, ладно, не вопрос. Если ты не хочешь играть в Манчестере за такие деньги, то нам с тобой не по пути. Ну вот Фафана, кстати. Разгон, прыжки, перехваты. Давай Фафану, а? Давай Фафану подпишем. Вместо Вити Линделёфа. И все, и мы закроем все это. Давай 3-4 миллиона. Брэнда Роджерс, соглашайся. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот сейчас я вам подарю... 35600. Я подарю сейчас вам Гринвуда просто так. 45100 они хотят. Нет, мы же его, наверное, продадим. Но Уэсли Фафана должен быть нормальным чуваком, я надеюсь. Ну, 42 ляма мы отдаем. Смотри, они начали что делать, а. Ну, 44500. Давай, соглашайся, мистер Брендер. Мистер Брэндон Роджерс. Все, он согласен. Ну давай, Уэсли. Уэсли Фафана. В любом случае, уже человек с хорошими статами. Ну, смотрите, он сразу хочет быть нерегулярным. Я надеюсь, его агент предложит нужную ЗП сразу, чтобы мозги нам не делал никто. Во, 62 тысячи. Подписной бонус 540. А если мы предложим 60, а здесь 550? Давай вот так, и все. А, они хотят 62. Ладно, все, подписываем, дамы и господа, Уэсли Фафана. Надеюсь, что этот человек будет лучше Вити Линделёфа. Я ее сейчас, конечно, сравню, но ладно. Надеюсь, мы закрыли эту позицию теперь. И защитника, и от нас отстанут. Трех игроков моложе. Здесь мы сделали. Вот здесь что-то галочки нет, ну ладно. Темп получше. Ну, в принципе, защита и физика ее можно подровнять здесь. Пасы похуже. Надеюсь, разгон получше, да. Надеюсь, Фафана не подведет нас. Так, Витя определенно будет продан, я надеюсь, это произойдет в ближайшее время. У меня вопрос. Марсиаль вообще собирается продаваться? Я пока его поставлю в старт, потому что Кавани очень медленный. Очень медленный. Пусть Марсиаль бегает. Меня Кавани не устраивает в старте. Пусть он на лавке сидит. Астон Вилла в гостях. Дома с Вест Хэмом. Потом Кубок Англии с Челси. И Бернли. Астон Вилла. Четвертая идет. Обалдеть. Мы на первом месте, но... Ливерпуль нам на пятки наступает, только так. Дождь. Да, Туанзебе наш у них проданы. Полетели. Ну, я верю в молодежь нашу, верю в наш Манчестер, верю в наших опытных ребят, во всю команду верю. Поэтому должны попытаться. Команда находится на четвертом месте. Ну мы сами сейчас начали пасы неверные отдавать. Ой-ой-ой, на месте Де Хея. Блин, качает легко наших защитников. Так-так, убрал все сразу, бьет. Собрались. Де Хея на месте. Ох, Санчо был не в офсайде. Ладно. Один-ноль. Разобрались легко. Бруно Фернандеш. Там Санчо, на самом деле, я думала, был в офсайде. Что за празднование Гамиса из Леона во времена, когда он животное изображал? Так, вот... Ну ладно, Роналду голевая. Просто хорошо, что Санчо вышел из офсайда и предголевую, можно сказать, отдал. Бруно Фернандеш. Какой ты молодец. Быстрый гол от Манчестера. Ну... До поля Погба, к сожалению, мяч не дошел. Один на один мог выходить. Бей. Ох, что это было? Что творит Мартинес, Эмилиано? Его ж так зовут? До сих пор не понимаю, как его умудрился Арсенал продать и Рамсдейла взять. Блин, здесь прям в упор бил, но, к сожалению, прям в него. Ну ладно. Рядом Варан.
Ладно, давай, давай, Манчестер. Пока что мы контролируем игру. Варан! Ты почему мне позицию оставил? Опасно было, ну ладно. Это Дехе. Незаметно. Не заметила, что Дехе, ну ладно. Нет, ну они нас просто запрессинговали, прошили. Качает оборону на раз-два. Сухие матчи, когда вы придете? Нет, сухих матчей, походу, не будет вообще. 12 сухих матчей, ребят, 12. Уже вряд ли. Есть, есть, второй, 1-2, Бруно, дубль. Научился сальтухи делать, Джесси его научил. Хорошо. Маркус голевая, и как хорошо, что Бруно Фернандеш держался позиции. Не забежал в офсайд. Это опыт, ребят. Я не знаю, насколько они нам достанут. Я не знаю, почему не накрывал Инкса Магуайр. Насколько нас руководство, я имею в виду, достанет. Ну, посмотри, Варан, ты где был вообще? Из-за того, что мы сухие матчи не проводим. 2-2. Но это четвертая команда чемпионата, как вы хотели. Против них сыграть. Офсайд был. Ну какого же... Какого же фига это был не офсайд? Спасибо, что Инкс так плохо ударил. Ну он один совершенно бежал. Я думала офсайд. Ой, ладно. Ну нет, ну они съедают меня. Это Астон Вилла, блин. Как вообще она умудрилась на таком месте высоком оказаться, а? Ну, играют они здорово, но у них же состав тот же самый. То есть, я имею в виду, они особо не усилялись. Должны попытаться. Фух, блин, я уже думала, что они забьют, потому что это пипец. Они ближку просто проламывают. Так, Санчо уходит, выходит Гринвуд. Да! 2-3! Хет-трик Бруно Фернандеша. Спокойно. Армия болельщиков манкунианцев приехала и поддерживает Манчестер Юнайтед. Ближку с левой прошил. Бруно, что творит, а, этот парень? Да блин, не, Роналду сегодня что-то не может мяч забрать. Да как? Да как он это сделал? Да это что, блин, за Месси вообще? Ну как это возможно, ребята? Ну я не понимаю, как он это сделал. Ну здесь же Варан был первый на мяче. Ну почему? Какая дичь, а? Давай, Марсиаль, на правый фланг выходи. И Мактомини вместо Погба. Ужасно, ужасно, что... Ну, нет, она остановила хороша. Но я не знаю, что за чудеса эквилибристики. Опять этот Сансон, блин. Да блин. Ну как ты, блин, пас? Я пытаюсь отдать, он, блин, стоит 2 часа. 3-3. Да, Астон Вилла реально хороша. Она играет прям реально на 4-е место. Да, у них у нас на 0,6 получше. Человек, ты... Тео Роланд, блин, Зео. Тео, Нео, ты не играл. Что? 2 очка псу под хвост? Ты был бы полезен? Санчо, давай без психозов. Ты мне вообще не понравилось, как сыграл. Равное количество у нас Ливерпуля, но я говорю, вряд ли мы тут чемпионами станем. Потому что мы перешли на легенду уже. И как вы понимаете, встреча с Ливерпулем в Сити, там будет все серьезно. Астон Вилла на 5-м. Все. Состав готов. Дождик снова, но играем дома.
Крал, Соучек, Соуке, Каутиньо. Давай, 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 Манчестер. Сейчас Санчо не будем менять, ладно. А то он что-то переживает. Джейден, не переживай. Так, ну, ребят, у нас часто в начале выпуска то проигрыш, то еще что-то. Вот сейчас была ничья. Ну-ка, Фофана, покажи нам класс. Дехе показывает класс. После удара Боуэна Фофана пока пролетел мимо мяча. Да как? Да как? Это же фол! Блин, ну на... в кость сыграли. Нет, оставили здесь. Его нельзя оставлять одного. Ясно. 0-1. Соукек нам забивает, Соучек. Харри Магуайр решил, что не надо играть, надо поднять руку и орать, что это офсайд. Там ничья, здесь проигрываем. И Роналду, к сожалению, пока ничего не может показать. Но есть Джейден Санчо, который выручает нас. 1-1. Голевая Бруно. Интересное празднование. Мне кажется, у него сейчас крыша уже немножко улетела, кукушка. Куполок умчался там, закружилась голова. 1-1. Бруно, голевая. Сейчас, сейчас вернемся в игру. Блин, Фофана, я все-таки рассчитывала на твою скорость. Ничего себе, они бьют. Фофана, это Каутинья. Каутинья, а? Где ты оказался по итогу? Когда мечтал уйти из Манчестера. Ой, боже мой, что я говорю. Из Ливерпуля. О, ладно. Где же ты оказался? Филиппе, Филиппе. Вот так вот. Бойтесь своих желаний, что называется. Хорошо. Да! Да! 2-1. Донни Ван де Бек. Опа! Опа, Роналду! Ты еще творишь? Где твоя... Это что такое? Серж Гнабри порадуется такому празднованию. Вот тут вот. Оп! Оп! Ой, как хорошо. Ни о каких сухих матчах тут речи и быть не может. Моя оборона... Такая оборона. Да блин! Ну вот у... Мейсона с правой, к сожалению, он подает. Удары на этот самый, блин. Навесы не такие, как у... Ну что это такое? Я навес делаю. Ну он справа, не умеет срезать. Не такие, как у Маркуса Решфорда. У Реша прям на ногу, на ножку Санчо, на голову шли. Ну я надеюсь, не уволят нас, если мы не оправдаем их ожиданий и в первом сезоне не возьмем все эти трофеи. Ну потому что там будет Барселона, там будет Кубок Челси, да и вообще впереди у нас там Ливерпуль, Сити. Ну видишь, что они делают? Я не знаю, как эту, блин, команду обыгрывать. Ну как их пресекать попытки? Ну вот посмотри, что он делает. Ну вот. Ну, блин, ну где все-то? Опять этот Соучек нам забивает. Запарил уже. Это не рука, что ли? Ничего себе. А куда мяч-то попал? Не, ну это очень странно. Я была уверена, что рука. Ну, мало ли, что я там была уверена. Если бы он забил! Магуайр! Но это было близко. Но нет, там контролировал, наверное, Реаля. Так, на шару, на дурачка ударил. Ну, что вот они делают, а? Ну, что это такое, а? Блин, как они достали, а? Спасибо, Мимо. Ну, как они достали меня катать, а?
Да! Да! 3-2! Роналду. Открылся и забил. Там я еще думала, бабахнет как мимо. Нет, молодец. Выкуси, Вест Хэм. Ну, как Мейсон здорово поборолся и плюм. Так, ладно, Джейдена не меняем, а то он что-то нервничает. А вот Решфорда выпускаем. И вместо Ван де Бека выйдет Фред. Вот так вот, да. Давай. Давай, давай. Да как так-то? Как так-то? Блин, Фред! Не надо уничтожать людей! Да, 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 да! 4-2! Бруно Фернандеш! И я благодарю Фреда! Что этот человек сделал? Он перехватил! Он перехватил и отдал быстро на ход. И тут, смотри, провал какой. О, красотища! Так, еще одну можем сделать. Но Бруно очень устал. Давай, Джесси, выходи. Спасибо тебе, Брунито, Фернандито, за Голясо. 4-2, ребят. 4-2. Мне кажется, Джесси Лингард даже мяча не коснулся. Но это не имеет значения. 4-2. Фух. Как меня выматывают эти игры, но оно того стоит. 5 защитников. Как он испугался. Пике. Как испугался товарищ Тухель. Снег. Сейчас мяч придется менять. А где же Лукаку? А, да, вот такой состав. Полу, можно сказать, резервный. Погнали. На воротах у нас Дин Хендерсон. Я верю в этого парня. Давай, Маркус, просто забей. 1-0. 1-0. Это Маркус Решфорд. Они все варят кашу. С вами кашу сваришь, я знаю, ребят. С этими парнями сваришь кашу. Провалилась оборона, 5 защитников проспали эпизод, и Маркус не щадит. Красавчик. А, как они качают легко, как они качают легко. Я мяч потерял, но Дехе что сделал, брависсимо. Маркус снова, давай повторим, можем повторить. Блин, Минги на месте, этот Минди. Ну, здесь Дехе должен контролить. А, фигня. Ерундистика, Алонсо, всегда так бей. Ну, вот мне не нравится, что они так кружат. Дехе на месте. Ой, Дехе, что я говорю? Это же Дин. Это же Динушка. Джейден, давай. Маркусу. Как он тащит? Как он это все делает? А мы сколько уже здесь могли голов забить? Если бы не этот вратарь сумасшедший. Ну ты видишь, как они, а? Ты видишь, как они не дают Роналду пас отдать? У них задача держать Криро. У всех. Варан. Блин, вот это вот... Вот это вот. Так и забили. Так и забили они нам. Асенсио. 1-1. Ну опять провал в обороне. Все побежали на фланг. Ну все, пошел открытый футбол. Дин Хендерсон спасает. Ну что, давай, Санчо, уходи. Мейсон, выходи. Блин, Роналду, что делать? Райс вместо Погба. Не могу никому отдать. Вообще никто не подключается.
Мейсон Гринвуд вышел и забил. Тренерское чутье, назовем это так. С разворота тоже качнул немножко. Немножко качнул защитника Аспиликуэту. Не так прям, что как нас, но неплохо. Лукаку у них вышел. Какая тачка, какая махина. Посмотри, какая просто махина. Семки. Это семки для Динушки. О, это, блин, это ошибка. Но это скрипт. Это скрипт. Я не знаю, как это назвать. Когда я пас отдаю, а он мяч теряет. Этот Вернер еще нам забивает, блин. Какого... Блин. Ну как? Ну как это все возможно? На ровном месте потеряли мяч. Ну правда. Я пас отдаю, а он взял и мяч просто потерял. И сразу побежали, и оттуда он забил. Ага. Это только в его мечтах, блин, Вернер забьет оттуда нам. Я вот не пойму, если ничья, то что тогда? Не будет ничьей, не будет ничьей, будет 3-2, это Деклан Райс. Если ничья, наверное, была переигровка, ребята, Кубок Англии, мы проходим дальше, и не знаю, что это за эмоции. Деклан, всю душу вложил, дружище. Так я и почувствовала, что две замены сыграли, две. Все на последних секундах, брависсимо. Две замены, ну, три было, но две сыграли. Деклан забил, и до этого Гринвуд забил. А что по XG? Просто вот очень интересно. Это футбол. Халл-Сити дальше проходит. 54 очка у нас и у Ливерпуля. Сити наступает на пятки. Так, и сейчас, наверное, будет у нас зимнее ТО завершено, да? Линделёфа хочет... Интер. Мы можем за 38 900 его продать. Ну, давай 39, да, но... Интер... А даст ли он такие деньги? Хотя, я думаю, у них есть... Давай 40. 32 800. Я считаю, что он стоит намного дороже. 38 800. 35. Но они хотя бы не сбавляют. Ну давай, 37. 37 800. И забирайте Витюшу. Надеюсь. Рома до этого хотела. Теперь Интер. Итальянцы интересуются нашим Витю. Витюшечкой, Витей. Арсенал на типичном четвертом своем месте. Хорошая работа. А финансы? Ну, мы не подписали трех игроков, но здесь прибыль в размере 100 миллионов. Ну, наверное, она уже никуда не уйдет, да? Да, у нас там 298. Ну, потому что почти не вкладывались ни во что. Витя продан, дамы и господа. Он уходит в Интер. Лингарда хочет Наполи. Нет. Нет, ребят, Лингард пока что с нами. Главные сделки Топсоба в Баварию, Мерина в ПСЖ, Шкриньер в Атлетико. Ну, в принципе, Шкриньер, наверное, на повышение пошел. Хотя... Дехе хочет Аякс. До свидания. О, Ломбарди. Лугана за 510. Я даже торговаться здесь не буду. А вот смотри. А вот здесь есть номер у Ломбарди. А почему у этого нет номера? Здесь есть третий номер. Я не понимаю, как это работает. Подожди. Ломбарди. Есть номер. Роланд. Нет номера. Вот как это работает? Как это работает? Фифа. Какая ты странная. Когда клуб создаешь с нуля... Ну вот, Вудхэм у меня есть карьера.
Там все твои из молодежки с номерами, нет никаких вопросов. А, ну понятно, Ломбарди не хочет никуда уходить, ему нравится здесь штаны протирать. Я его кикну, если что так, бесплатно, просто выкину. Не то, что, ну как это, просто выкину из команды, вышвырну и все, если у меня будет мозги делать. Брайан О'Дэй перешел в Астон Виллу. Какой-то нападающий, что ли, раз девятку взял. Айртон из Спартака куда-то... Что? Куда-то в Латинскую Америку. Это что такое вообще? Валенсия. Это там сиеста, что ли, не заканчивается? Ты кутишь и такие сделки нам не в адеквате присылаешь? Ну, Кунку хочет Манчестер Сити. Вы чё? А, они... Подожди. А они его на следующий сезон хотят покупать? Вы чё? А, они отвергнули его. Всё, я сейчас не буду этим заниматься. Надеюсь, никуда не перейдет, останется там, чтобы мы следующим летом его, если что, взяли. Ну, Кунку мне нравится. У Сабаслая очень классные всякие фишки есть. Таланты. Но Кунку, я думаю, посерьезнее будет. Так, ребят, кубок у нас с кем будет? Дай-ка пролистаем. Вы видите это? Это Бирмингем, который нас кикнул в первой игре Кубка Лиги и выкинул. Блин, Бирмингем, надеюсь, ты не наш страшный сон. Как Корне, уже из Бёрнли, ну, ныне, ранее из Лиона. Страшный сон Гвардиолы. Смотрите, Бруно и Роналду кандидаты на игроки месяца. Такой состав. Мактомини капитанит. Полетели. Бёрнли команда серьезная. Ну, она очень крепкая, но сами понимаете... Мы Манчестер, мы никого не боимся. Я вообще не понимаю, почему они недовольны. Мы, блин, обыграли Челси в таком драматичном матче. Ой-ой-ой. Ух ты, Дехе на месте. И... Они такие, мы недовольны? Чего они недовольны? Ладно, после этой игры зарядим всех. Надо здесь выиграть, определенно. Да ладно! Да камон! Да там не было ничего! Ну серьезно! Судья! Да там не было ничего! Но он же просто ставил отбор. А, он не в мяч... Блин, я забыла мяч поменять. Он не в мяч играл. Ну давай, тащи, Дехе. Я говорю, там не было ничего. Вот мяч поменять, это целая для меня трагедия. Я забываю. Ладно, отбились. Давай, Мейсон. Да, 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 под перекладину 0-1. Ну, под крестовину, не знаю, ну прям... Бахнуло так бахнуло. По штанге или как там. Вот здесь увидел Маркус. Маркусини увидел Мейсона и тот с любимой левой. Да, под перекладину. Третий гол. Ну какой? Какой полезный. Голясо. Сильные пасы какие-то даем. Да. Никто не успел ни за кем. Деля Росса какой-то забивает. Вот здесь вот, посмотри. Просто ужас. Ты видишь, что они делают? Они меня накрывают. Хорош, хорош, хорош! Джейси Лингардинья. Пам-парам-парам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. 1-2. Брависсимо. Голевая была, по-моему, Кавани. А, нет, Донни Ван де Бек увидел. И тот не растерялся. Лучший, просто лучший. Я не знаю, что они там все недовольные были. Ну вот когда же мы... Первый гол в 13 матчах Линга же забивал. Или он в кубковых забивал. Когда же мы, ребята, начнем сухие серии делать? Нам руководство с нас требует, но тут наши полномочия, что называется, все.
Ох, как сейчас повезло. Ну как? Да что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать? А это не пенальти. Подножка такая серьезная. На, блин, ну как же так, а? Как же уйти в контратаку? Ой-ой-ой, как они качают нас. Ну как они качают нас, а? И сразу забивают первым касанием. Опять этот Де Ла Роса. Я не понимаю вот этого. Вот этого я не понимаю. Ну с разворота ты посмотри. Ну там видно было, наверное, что он это сделает. В раздевалку 2-2. Ну, время Роналду. Время Криштиану. Когда выходит в старте Кавани, к сожалению, он вообще ничего не может. Кавани уже тоже не тот. Он, конечно, на заменах хорош. Ладно. Роналду, Бруно и Фред. Вот так вот. Тройная замена. Просто лучшая. Лучшая раскатка. Красивая комбинация была. Мейсон забивает. Празднование имени Кехила, имени Уэйна Руни, можно сказать. Тим Кехил так праздновал. Нокаутировал флажок. Оп. Пас. Вот тут один. Увидел его Фред. Хорош. 2-3. Блин, Люк Шоу. Ну, почему мы не успеваем? И спасибо, он так плохо пробил. Ну, это что за пас? Далот. Ну, ничего, ничего, сейчас тебя съедят. Хорош, хорош, хорош. Вот так вот, и все. И Фред на фланге, оказывается. Ну как долго, Маркус? Почему так долго? Я уже пас отдаю, а он все еще с мячом. Блин, вот в первой игре, по-моему, мы Бернли легко раскатали. Но игра на игру не приходится, все это знают. Все, 2-4, уже лучше ситуация. Наконец-то он празднует. Мистер Сим, 2-4. Ну, мяч к нему отлетел. Запел стадион. Вива Роналдо! Вот тут вот неудачно, но мячик отлетает, и Криро пользуется моментом. Такое не прощает. Так. Маркус. Мяч с ноги сняли в моменте. Настолько подзапарил, что я не знаю. Посмотри, что, ну включились, включились. Дехе на месте. Шон Дайч недоволен, но... Это Давид Дехе. 2-4. Фу. Вот это уже нервы, я считаю. Это уже нервы. А, ну хорошая подачка была. К сожалению, не справился там Гринвуд. Ну хорошая, хорошая была. Браво. Ну что, в атаке заканчиваем эту игру. Офсайд. Немножко залез в офсайд Мейсон. Чуть-чуть он не похож внешне. Он более смазливый, чем сделали его. Я думаю, потом ему изменит геймфейс, конечно. Но наконец-то вообще у него появился геймфейс. Офсайд. Да как это все не офсайд? Я не понимаю.
Ну все, судья. 2-4. Стандартный наш счет уже. Уже пропускаем по 2. Надеюсь, руководство не будет особо ругаться за это на нас. 2 раза мы обыгрываем Бёрнли, ребят. Ну, прям очень-очень достойно. Но вот если бы мы еще не пропускали... А, нет, Ливерпуль, хотел сказать, очки теряет. У них еще игра. Да, они в ничью играют. Можно сказать, теряют очки. 57 очков у нас. Пропускаем. 43, 78 забили. У кого-нибудь есть больше? Да, смотри, у Норвича столько же пропущенных, у Уотфорда и Кристала и Бёрнли больше пропущенных. Но мы забили больше всех, да? Ливерпуль, Сити, Арсенал. Астон Вилла на 5-м. Тоттенхэм. Ну, Тоттенхэм уже, походу, в ЛЕ не попадет, если Астон Вилла продолжит так классно играть. Лидс, Бёрнли, Брайтон на вылет. Брентфорд поднялся выше. В следующем выпуске, дамы и господа, у нас будет Барселона, насколько я помню, да. Саутгемптон сначала, который внизу. Потом Барса, потом Лидс и Уотфорд. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот клуб Бирмингем. Как он меня... напрягает. Но я надеюсь, мы отомстим ему за Кубок Лиги, тот несправедливо проигранный. А Барса как идет вообще? Дай глянем, как она идет у себя в Испании. На 3-м месте. Ну ладно. Что ж теперь. А, Туанзеба в аренде. Я думал, он продан, он в аренде. Фил Джонс доволен, например. У Фуфаны меньше зарплаты, чем у Фила Джонса. Это нормально вообще? Ну-ка, дай-ка я с Филом Джонсом перезаключу. 73 тысячи. 55 я ему предложу. 73 он еще у меня получает. Нерегулярно, я думаю, он согласен. Абсолютно. Такой милаха. Ну, 29 лет на 3 года давай. Продления нет. На 1 год. У него год, 5 месяцев, еще год. 2 года и 5 месяцев. Так, ну 55 тысяч, Фил. Ты видишь, что происходит? Ты получаешь... Даже 50, ты получаешь много, 73, куда такие деньжища, ты не играешь. 65, ладно, давай, 65, а то 73 получал, сейчас 65 будет, уже лучше. О, Эланга хочет больше. Ну давай, сейчас я Эланге еще 12 тысяч, ну сколько он хочет, 20? Пусть предлагают их агенты. Я их мысли читать не умею. Нерегулярный. Прекрасно. Ну, давай на 5 лет. На 1 год? А, у него типа... Ну, давай на 2. Тогда будет 4 года и 5 месяцев. Ну, смотри, вот он получает 12. Я ему 20 предлагаю. Если он будет орать, то до свидания. А, все, они согласны. Ну, все, я думаю, до 20 тысяч он доволен, да? Решфорд недоволен по контракту. Но у него еще и год. Так, 130 тысяч человек получает. Надо обязательно перезаключать контракты, чтобы потом они случайно не психанули и не ушли. Наверное, ключевым будет, да? Да. 24 года ему, а? Не, давай на 3. На максимум. Отступные. Нет, нет, нет. Вообще никакие отступные. Я его продавать не буду. Ну, смотри, 150 было. Давай 165. Давай. На 15 тысяч повышаю. Все, он согласен. Он согласен. Так, нерегулярный. У него и так на 5 лет, по-моему, контракт. Давай хотя бы на год. А, 5 получал человек. Давай 7. Не знаю, согласится, нет? 8700. Не, ну выходы на поле, ты и так выходишь. Все, 8700 он получать будет. Пусть радуется. Игнорировать отступные. Так, 12 тысяч. Давай я тебе дам 14 тысяч. Нет, давай я тебе дам 16. Все, 16 тысяч. Хочешь так? 25. Поняли, как? Какой у него агент? 23 давай хотя бы. Не, 25 хотят. Ладно, давай, на 25. Очень много будет получать. Ну ладно, мы его в аренду выставили. Так, ну если ты получал 56, давай 70. Ну, это максимум, что я могу тебе предложить. Для нерегулярного. Все, он согласен.
Так, ладно, ребят, давайте Кавани на трансфер выставим. Все-таки 3-4 года человеку. В следующем летом пусть уйдет. Марсиаль на трансфере. Блин, ну нам нужен другой игрок. Я не рассчитываю на Марсиале. У Роналду лучше всех зарплата, да? У кого больше всех ЗП, да, смотреть? Роналду, Погба, Фернандеш, Варан, Решфорд, Магуайр, Санчо. Кавани. Обалдеть, Кавани такую ЗП ест нашу. Подожди, а Криро я не могу понять. Он что? У него год всего по контракту? Я его сейчас продлю с ним. Мне он нужен еще. Ну, 220. Ну, очень много получает. 1,5 миллиона. 200. И 1,650 000. Давай вот так. 220. Так. Тогда это большой бонус. 1,350 000. Ну, что-то вы очень много берете себе. Его агенты просто ни с чего деньги делают. 1,5 ляма такие бонус. Все, Роналду на 2 года с нами. Зарплату форма ниже средней? Ты чё, игра? Как форма ниже среднего забивает у нас? Какой-то ужас. Падает у него рейтинг, что ли? Только у него ниже средний. Плохая у Фреда. Средняя тут. Ладно, это потом все наиграем. Он забивает, главное. Увидимся с вами обязательно в следующем выпуске. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. И напишите мне, почему у них форма ниже средней. Они же нормально играют. Ну, точнее, у Роналду, например. И у Фреда. Пока!